Организатор премии «Время инноваций», фонд «Социальные проекты и программы». В состав экспертного совета премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти. Новаторов специалисты в этом году выделили как в области промышленности и транспорта, так и в сфере инжиниринга и проектирования. Два дня гости принимали участие в деловой программе. На конференции «Инновации к качественному экономическому росту» были представлены лучшие бизнес-практики, в том числе по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок новых продуктов. Завершением мероприятия стал гала-ужин по случаю награждения лауреатов премии. В их числе компания Asus, которая в этом году получила более 4000 премий во всем мире. Чем особо вот эта вот премия нам приятна и чем она для нас выделяется? Потому что инновация – это один из коньков именно нашей компании, которую мы очень сильно обращаем внимание на это, на инновации, и пытаемся быть первыми в компьютерной индустрии. А сейчас вышел на рынок телефонов, он достаточно часто и всегда, можно даже сказать, инновационно выстреливает. Премию «Время инноваций 2017» получила и компания PickPoint. Это сеть автоматизированных пунктов выдачи. Такая автоматизированная доставка товаров из интернет-магазинов через постаматы в России набирает обороты и действует в 520 городах и населенных пунктах страны, в том числе и в Сочи. Основная задача выхода на рынок была сократить стоимость затрат для конечного покупателя и тем самым способствовать развитию рынка логистики и электронной коммерции в России. Мы, в общем-то, составляем сейчас высокую конкуренцию на рынке именно логистики таким крупнейшим компаниям, как Почта России и курьерские компании. Инновационной в этом году стала сеть магазинов игрушек Toy.ru. Их по стране 157. Также в этом году Toy.ru получила премию как лучший интернет-магазин России. Мы используем инновационную бизнес-модель. У нас омниканальная сеть продаж. То есть, выбрав в нашем интернет-магазине игрушку, вы можете по такой же цене получить ее в ближайшем для вас магазине. Соответственно, вы экономите на доставке. В этом году мы запустили интернет-канал Toy.ru TV. Персонаж Toy.ru является проводником для детей в мир игрушек. Премию «Время инноваций» в Сочи вручили представителям компании «Ноба». Норвежский бренд производит электрические конвекторы. Данная система управления позволяет экономить электроэнергию и на платежах. На коммунальных платежах можно сэкономить до 25%. Компания «Ноба» произвела первый в мире электрический конвектор. И система управления Nova Energy Control позволяет управлять системой конвекторов, а также других электрических приборов, которые находятся у вас дома. У остальных российских компаний есть целый год, чтобы стать новатором в своей сфере и заявить о себе на ежегодной церемонии вручения независимой премии «Время инноваций». Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.